стажу типа проходил. Да, он же ушел. Три хила. Сегодня день интересных рейдов. Идем в 3 хила в 24 тела. Может БДК побыть? Ну да. Я тут. Я мать с сестрой чик смотрит. Я охуел. У нас алкоголь есть же. Привет, наш поэт. Я с вами еще не вайпался. Какой-то Егор ВК был, съебался. Вот и шпионов вычислили. Лара Крофт. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так!
Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, что величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Гейм на ману. Если там тотем стоит. Куда лужу выносим? Субурец-то, да? Мне кажется, дурацкая формулировка. Либо сюда, либо сюда. Надо, чтобы рейд бежал в одну сторону, а с чувак служи в другую. Да он не вынес вообще.
Да я понимаю, он, во-первых, не выносил. Вон этот ментор обратно возьми. Ой. Ментор маг обратно зашел, сказал, что у него свет вылетит. Хотя не, там, ну, там... Там помогли ему, разлить лужу, конечно. Она была... Она была прям под вальками, то есть даже ну, не левел. Да, он, у него не вынес, он мук шаг сделал максимум рейда. Да, это понятно, но... Тут, короче, если один слаг, это 24 человека могли бы... помочь и выручить человека, отойти от этой лужи тоже. А блоки проклятия вешали? Ну этого достаточно. Это 0,6 секунд, то есть не 2 секунды, а 2,6. Это ну, очень много времени на склонение. Нет, 2 секунды. 2 секунды и с проклятием 2,6. Пускай кидает. Я так понимаю, что не было. Но он летает мафлик, ну по идее должен был демон выдать. И что кидал. Да. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твоем... Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. На три вальки можно дать Саку протопала и мастер ауру у реплика под резистом.
Бегим на ману. Да, уже отдал. Просто лаг. Добавьте там кто подал. Я везде стоял. Лок, ты в центре не приходишь, ставишь портал у края и стоишь там. Давайте, умеры, заливайте шаману Анрикс. 10 секунд. Сути близко. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки.
чтобы вершить суд над Артасом? Чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Плохо, короче, комнату неудобно выйдешь. Даю Дим на ману. Я не успеваю постановить вовремя эту, как ее, цепуху. У кого там без КД, быстрее поднимите. Вставай, вставай, крали, крали. О! Я залью маны. Дели чай. Там лужа сейчас. На мужика, блядь. Сука, вот как после этого добивать меча? На мужика. Сука. Линканул из моих слуг пали под вашим натиском.
сгорели в пламени вашей. Да я только холодный бил. Ну да. У меня нету макроса. Движет вами праведность. Не знаю. И там быстро снимались просто. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их. Парковай. Ебать, бегаете просто с памяти, пока мана не заканчивается, и все. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Ну хоть вот ничего так. На оф. Давай на оф. Да не, не другие камни, Марат. Вот гони завоевателя обычку потом. И с чем? А, хорошо. Да-да-да. Если будете собирать рельс, я зайду кем-то, вам могу похилить, например, хулипалом. Сука, я вышел из спать. Зубайте, пожалуйста, обратно, я вышел нечаянно, а ЕП не получил. Да-да.
Посмотрим. Да, сначала хотя бы одну Мне с этого, с профа. Трогу. Минус 1000. Ой, не с профа, подожди, с совета. Я имел в виду совет. Раз, раз, раз.